Что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем проходить «Ходячие мертвецы» The Walking Dead. Да, игра очень интересная, я ее проходил когда-то, но не до конца, до третьего эпизода проходил ее. Там, где поезд, это вся шняга, и потом как-то ее даже забросил. Но... Вот. Вот, и проходил я довольно-таки давно уже там, ну, может, год-два назад, что-то такое, вот. Поэтому да. Поэтому усаживайся поудобнее, надевайте пледик. Рядом те, кто кушает, приятного чаепития, кто сейчас пьет чай или кофе. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Так, игра, кстати, очень атмосферная, честно говоря. Новый день. Ну, я думаю, ты этого не делал. Зачем ты это говоришь? Ты знаешь, что говорят о мнениях? Какое это имеет значение? Да, никакого. Знаешь, я отвез в эту тюрьму уже кучу парней. Не помню, сколько. И обычно, когда момент я слышал, я этого не делал. И что ты отвечаешь? Я говорю, да, я знаю, что это не ты. Так, можем водить. Я немного читал твое дело. Ты ведь из Мейкона, не так ли? Значит, тоже из Мейкона. Значит, ты тоже из Мейкона? А, в 70-е я приехал в Атланту, чтобы быть городским копом. Всегда хотел поработать над делом об убийстве, как эта сенаторская заварушка, в которой ты замешан, при всем уважении. И это очень неприятно. Черт возьми, когда-то вся семья была завсегдатами аптеки твоих родителей. Она все еще там? Конечно. Отлично. У меня племянник учится в университете. Джорджи. Ты давно? Уже 6-й год. Ты повстречала свою жену в Афинах? Хочешь знать мое мнение? У меня есть выбор? Конечно, нет. Хотя, может, ты просто женился не на той женщине. Пошел нахуй. Не будем грубить. Однажды я вез с одного парня, и он вел себя хуже всех. Он без остановки твердил о том, что не делал этого. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами, за очками, которые носят умники. Я его просто плакал и... Ты считал, что это не он? Разве их... Я что-то там ревел, хуел, пучи такое, ну... Через какое-то время он начал биться об спинку сиденья, как светлевый ребенок в самолете. Я сказал ему прекратить, что это собственность правительства, и что я буду вынужден вырубить его, если он не остановится. Ну и он замолкает, исчерпав все свои аргументы, а потом начинает плакаться в своей мамочке. «Мама, все это большая ошибка! Это был не я!» Так это он сделал?
Они поймали этого ублюдка с окровавленными руками. Он бил свою жену и резал ее на части, когда ребята вошли в дверь. Дом сидел в моей машине и орал как псих, что это не он. Думаю, он и сам в это верил. Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимают, что их жизнь не кончена. У меня еще одна хорошая история. Нахуй. Это жестко, ребят. Да уж. Много ли играл сейчас в атмосферу, хоть и не сон. Пить охота. Блять, моя нога. О. Мне нужно вылезти через окно. Да я понял. Бля, ну реально, игра хоть нарисована, но очень атмосферная. Опа, блядь. Добавил к офицеру. Как я... Вроде не заряжен. Как я знаю, будет легче с его без наручников. Как я знаю, честно говоря, блин, здесь все зависит от того выбора. Эй, возьми патрон, блядь. Так, Патрик, мы взяли. Все, let's go. Офицер? Черт. Блядь. Все, больше ничего не могу с ним сделать. Черт. Аккуратненько. Офицер. Офицер? Ой, блядь. О. Черт. Какого хера? Бери. Отвали от меня. Бери. Патрончик у нас есть с тобой. Пока, блядь. Помню. Помоги! Позови кого-нибудь! Здесь стреляют!
Блин, беги нахуй. Охренеть. О. Эй! Anybody? Народ! О, ребят, давайте мы тут остановимся. Да, начало очень короткое. Сверхкороткое, но для того на начало, чтобы посмотреть, как вы на него отреагируете, на эту игру, в принципе. Есть смысл или нет проходить. Поэтому спасибо за просмотр. Если вам понравилось, если что, ссылка на телеграм-канал в описании или на ваших экранах вы сейчас видите. Там инсайды выпускаются, и мысли иногда я свои видео записываю, да, так что заходите, посмотрите. Вот. Вот. Так что все. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих сериях. Давайте.